Пробуди с Кыргызстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно всю вашу семью во имя Иисуса Христа. Сегодня среда, 14 августа, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа, мы обращаемся к Тебе в этой молитве, Господь. Новый день начинается, и мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за дыхание жизни. Спасибо, мой Бог. Мы просим, благослови сегодняшний день. Иди, Господь, впереди каждого из нас, и направь, мой Бог, нас, дай нам мудрость для того, чтобы мы могли поступать благоразумно. Дай нам силу, чтобы мы могли поступать по вере. И направь, мой Бог, нас, все наши планы на сегодняшний день мы отдаем в Твои святые руки. И мы верим, мой Господь, что Ты нас направишь, и что у нас все будет хорошо. Господь, поставь Твоих ангелов, мы просим, вокруг нас, нашей семьи, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварии, катастрофы, проклятия, зависти, от всего негативного. Мы, мой Господь, провозглашаем по вере, что сегодняшний день для нас будет благословенным во имя Иисуса Христа. Господь, мы сейчас молимся за нашу страну и просим, Господь, благослови Кыргызстан. Благослови, Господь, нашу землю. Да будет в нашей стране защита, благословение. Да будет в нашей стране спасение. Мы благословляем, Господь, нашу страну. Мы также молимся за другие страны. Господь, каждый день люди из разных точек этого мира присоединяются к этой молитве. И я прошу, чтобы Ты их защитил, чтобы Ты их благословил. Да будет там, где Твой народ находится, свет Твой во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся за мир в Израиле, на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. Мы молимся, мой Господь, и просим, защити тех людей, которые находятся в опасных местах. И пусть все эти конфликты, Господь, прекратятся. Это наша молитва Тебе во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Аминь!
Я верю, что Бог услышал нашу молитву, и я верю, что Он уже благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса. Аминь? Вы верите в это? Слава Богу! Мы сейчас будем размышлять над Словом Божьим. Я передам вам слово на сегодняшний день. Мы прочитаем Евангелие от Матфея, 7 главу, 12 стих. В Библии написано вот так. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Дорогие друзья, прежде чем подумать о том, что кто-то для вас что-то не сделал, подумайте о том, чтобы вы не сделали для других. И здесь мы видим основу всего христианства. Если хотите получить, сначала нужно дать. Это вывод Слова Божьего. Дорогие друзья, если хотите уважения, сначала вы должны уважать. Независимо от того, уважают вас или нет, ваша ответственность – уважать. Если хотите, чтобы к вам хорошо относились, необходимо относиться хорошо к другим. Если хотите, чтобы ваш супруг был верен вам, будьте верны ему, ей. Если хотите жить спокойно, будьте порядочным человеком. Если хотите рассчитывать на Бога, необходимо быть таким, чтобы Он мог рассчитывать на вас. Вы даете, вы получаете. Ставьте себя на место других и делайте для них, для Бога в том числе, то, что вы хотели бы, чтобы сделали вам правильно, дорогие друзья, не только на сегодня, но на каждый день. Да, правила на каждый день нашей жизни. Не обижать, потому что вы не хотели бы, чтобы обидели вас. Не осуждать, потому что вы не хотели бы, чтобы осудили вас. Не лгать, потому что вы не хотели, чтобы лгали вам. Не ненавидеть, потому что вы не хотели бы, чтобы ненавидели вас. Не красть, потому что вы не хотели бы, чтобы обворовали вас. Заметьте, пожалуйста, дорогие друзья, здесь нету ни одного «но». Здесь говорится не о других, а о ваших поступках, чтобы ваша вера была крепкой, чтобы сохранить ваши отношения с Богом и спасение души. Это вопрос, мы можем так сказать, это вопрос мудрости. Поэтому подумайте об этом, и я уверен в том, что Бог позаботится о вас. Аминь. Это Божье Слово для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. И если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям, напишите в комментариях, откуда вы молитесь нам, с какого города, с какой страны, и в вашем комментарии добавьте вот эту фразу: «Я сделаю для других то, что я хотел бы, чтобы сделали мне. Мой Бог почтит мою веру». Аминь? Слава Богу! Я верю в это. Дорогие друзья, мы каждое утро в 6 утра по бишкекскому времени мы совершаем эту молитву. Я хочу пригласить вас. Да? Если вы можете помогать нам распространять Слово Божие, поделитесь с вашими друзьями, да, вот этой трансляции. Я верю, что это Слово благословит тоже и вот других людей. Аминь. Мы вас ждем сегодня в Центре помощи Кыргызстан в 10 утра, в 15:00, в 18:30 на служение «Школа веры». Кстати, мы продолжим говорить о врагах наших отношений с Богом.
Если вы хотите знать, как хранить близкие отношения с Богом, сегодня мы будем говорить о том, как вы можете это сделать и что может мешать вам, чтобы вы могли поступать с мудростью. Аминь. Мы вас приглашаем. Кто смотрит нас из других городов, онлайн-служение 18:30. Дорогие друзья, пусть Бог вас благословит обильно, всю вашу семью. Хорошего вам дня. Идем вперед. Наш Бог всегда с нами. До свидания. Крошечное семя в доброй почве созревает, если поливать, сможем плоды собрать. Хочешь быть прощенным, научись прощать, чтоб тебя любили, прежде любовь дать. Наш Бог создатель жизни.